К новостям спорта. Петропавловский «Казаужар СК» в рамках третьего тура первенства Казахстана среди команд первой лиги на выезде одолел алматинский ЦСКА. Победу наш клуб одержал с крупным счетом 0-3. Североказахстанский футболист Вадим Боровский смог забить быстрый гол на 6-й минуте. Такое положение дел сохранилось до 75-й минуты. И уже второй мяч в воротах гостей оказывается после удара Хасана Абдукаримова. А еще спустя 13 минут проявил себя Эльмар Набиев. После трех туров «Казаужар СК» занимает четвертую строчку чемпионата. Следующая в активе нашей команды 5 очков. Следующая игра у петропавловской команды состоится на стадионе «Карасай» 3 мая в 17 часов. «Казаужар СК» примет «Кызылординский» и «Байконур».